признать Арутюняна Гареника Нарейковича виновным в совершении преступления, предусмотренной частью 5 статьи 264 УК Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии поселения с лишением права управлять транспортным средством сроком на 3 года. Срок наказания Арутюняна Гареника Нарейковича исчисляется 2 августа 2016 года за отчетом времени его предварительного содержания под стражей до постановления настоящего приговора в период с 3 ноября 2015 года по 1 августа 2016 года включительно. Квалификация и объем предъявленного обвинения, указанных в приговоре, соответствуют позиции государственного обвинителя. Вместе с тем, мотивы, приведенные судом в обосновании такого срока наказания, являются спорными. Значит, прокуратурой Тульской области будет в апелляционные сроки, предусмотрен уголовным процессуальным законодательством, будет проведена проверка данного судебного решения. Полагаем, что приговор чрезмерно мягкий в части вида исправительного учреждения, не согласны, в части мягкости назначенного наказания и вида исправительного учреждения.